условиях, чтобы не повторяться, не менее 5 лет, не менее 3 лет гарантирует подрядчик, а мы задачу ставим не менее 5 лет. Поэтому вот в этом формате надо делать все современные материалы. И хотел бы на что обратить внимание ваше, вот и министра, да? Мы говорили, муниципальное подразделение должно быть, я имею в виду по ремонту дорог, плана благоустройства, для того, чтобы сегодня можно проходить, где у нас больше степени полотно нормальное, но появляются ямы. Там мы не ремонтировали, не в планах, надо это убирать. Иначе у нас создается, что мы делаем, мы много делаем, а там опять у нас разрушение идет лучше, да? Поэтому надо вот эти все вопросы за счет содержания проходить. Я сегодня министр об этом говорил, в каждом муниципальном образовании. Город особенно.